посмотрим, что здесь к нам пришло. Сопровождающее табло. Так, ну давайте посмотрим. Это пион. Пион Celebrity. Давайте сейчас посмотрим. О, есть росточки. Так, аккуратненько, Танюшенька, давай мы посмотрим. Вот тут уже как раз. Снимаешь? Да. Сейчас мы посмотрим, какие... А, здесь вот такие уже росточки. Покажи-ка. Вот, мы сейчас тут уже сделаем специальную... Я грунт уже подготовлю, посадим. Ну, суховатые. Так, это чтобы не поломались. Мы сейчас уберем. Так. Дальше что у нас здесь есть? Тут все в такой упаковке. Лучок уже вот завтра поедем сажать. Так. Такой, такой лучок. Так, флоксы. Флоксы пока не знаю. Не вижу здесь еще росточки. Хотя что-то есть. Садим. А, вот здесь уже есть флоксик. Вот такой вот. Красивый. Ауреоли. Ага. Так. Это пион. Пион. Здесь что-то не вижу ничего. Здесь вот надо посушить. Сухой надо полить. Так. Так, это что у нас? О, это ирис. Вот такой ирис. Так, что тут есть? А, у него есть вот уже росточек вот такой зелененький. Тоже его уже можно будет в землю. Так, ну что, будем выбрать. Тоже флоксы. Сейчас я проверю, где тут есть. Ой, какая красота. Да, флокс метельчатый. Такила Sunrise. Это попури, не бросай, подожди. Ну вот еще пока не вижу, здесь надо посмотреть все-таки, что там есть. Ага, это надо посмотреть, что есть. Потому что пока... Так, Рудбекия, не знаю, что тут с Рудбекией, надо тоже глянуть. Две Рудбекии взяла, но как-то пока не вижу их. А вот тут какой-то есть этот... Клубень. Ну, еще одну, значит, вот сейчас посмотрим. Флукс. Еще что-то. Тихо-тихо-тихо-тихо, доченька, подожди. Это у нас должна быть малина. Это мельба, это яблони, ребята. Почечки, ты моя хорошая. Вот это мельба. Вот это... У нас еще вторая коробка. Паузу.